Всем привет! Вы на канале Чебурек Уву. И это последний герой. Три. Ой. Четыре. Да. Третья часть у меня немножко оборвалась. Вот. Память закончилась. Но вот, я посадила зайца. Вот у него клеточка. И вот он тут. Бешеный. Вот она, ферма у меня тут. Сейчас я хочу сделать тоже что-нибудь. Я пока что не знаю, что. Но что-нибудь хочу. Расчистить хочу. Вот что я хочу. Да. И хочу еще кролика. Хочу свинью забрать. Хочу толиков. Я все хочу. Так, что мне надо? Сначала выложим, что мне не надо. У меня семян очень много. Потому что черная шерсть. Так. Блин, ребята, у меня что-то гром. Надо поставить громоотвод. Так, арбуз. Сюда. Так, доски. Мить. Вот эти еще надо посадить. Ростки. Семитов, морковь, все. Посадим вот эти вот. Тык-тык-тык. О, так вот еще попадало. Ням-ням-ням. Вкусняшка. Тык-тык. Вот здесь я хочу что-нибудь. Я хочу дом уборщить. Вот что я хочу. Вот. У меня тут осталось досок. Я с кошкой сижу. Она какая-то хочет уйти. Ну, пусть и ходит, если ей не нравится. Уходи. Вот, уходи. Что-то она не уходит. Ну, ладно. Значит, я хочу расширить дом. Только вот я не знаю как. Еще хочу окна. Я много чего хочу, знаете ли. Во-первых, я хочу вот здесь вот окна, чтобы смотреть на мою грядку, как все растет. Еще хочу вот здесь вот, чтобы смотреть, кто идет в нее. А еще я хочу вот тут, чтобы смотреть на зайца. Вот. Еще я хочу вот тут, а факел я переставлю. Сюда. Вот, так еще. То есть вот, смотри, что мне надо. Вот. Получается, 6 кусков надо. Ну что, пошлите записку. Блин, я не сделала лопатку. А у меня нет палок? Пустынятая куча. Надо бы в пустыню сходить. Заодно кроликов принесем. Так, что у меня лопату, да? Все. Все. Пошлите. А, вот этот еще поставить. Фигню вот эту. А где лопата? А, все. Так, поставим его вот сюда. Если вот молнии. Ну, я могу и сам сделать, но не хочу. А куда я иду? За песком. Вот песок. Забираем. Мне надо 6, а уже 7. Ставим. Давайте еще на запас возьмем. То вдруг потом пригодится. Ой, некрасиво. Вот так вот возьмем. Но переплавим только 6, а песок потом оставим. Все. Ой, у нас там торговец. Вы не знаете, как я их ненавижу. Меня бесят эти торговцы. Они мне мешают вечно. Вообще кошмар. Так, все, давайте. Вот здесь у меня уголь. А как раз сейчас быстро. А чё? А чё они плавят? Или она не плавит их?
Это обычно, что ли? Я что-то не понимаю. А, это обычная плавит. А вот это всякие руды, да? Понятно. Умно. Так, только как нам расширить? Лучше, мне кажется, сразу дом большой строить. Самое ходит. А вот этот вот кому-нибудь дать, например, толикам или свиньям. Тут блок мешает. Ты его забрать. Да, я, наверное, так и сделаю, наверное, толикам. И уходим. Вроде ничего. Так, у нас там почти пшеница. А это уже выросло? Походу нет. Нет, это не выросло. Я все сломала. Ладно, до свидания. Давайте построим где-то вот... Не знаю. Я даже не знаю, где можно построить. Можно вот тут вот территорию вот эту расчистить. И, в принципе, можно там дом строить. Или вот тут вот прям на середине. Не, на середине будет некрасиво. Тем более, ну, короче, все. Все, у меня 7 больше не надо. Все. И ставим окна. Ну я ж говорю, я рукожоп. Не зря себе. А остальное мы положим. Извините за посторонние звуки, если вы их слышите. Вот. Извините меня, пожалуйста. Пожалуйста. У меня есть 3 яйца. Кстати. И у меня закат очень красивый. И ходит отца. Все, давайте спать. Спокойной ночи. Так. Надо побрить овцу. По-моему, это та же овца. О, 2 шерсти. Я могу ковер сделать. Ну зачем мне этот дом обустроить, если я хочу сделать себе другой? Давайте тогда... Кстати, деревья выросли. Давайте, знаете, где его построим? Я хочу вот отсюда до сюда. Огромный такой дом. Сейчас мы расчистим вот тут вот все ненужное. Потом дерево нарубим. И все. Здесь мне надо все убрать. Так вот. Будет долго. Да. Поэтому, если вы не хотите это смотреть, перематывайте. Не знаю. Блин, тут камней так много. Пусть у меня кирка закончится, и все. Ну, я думаю, вот так хватит, да? А то зачем мне длинный дом? Зачем мне так много места, если мне надо всего лишь верстак там поставить? И кровать с печками. И сундуками, и все. Тем более, я могу вообще подвал сделать. И там будут все эти вещи. А на втором этаже эти... кровать. Так, вот тут нам надо... сломалась. Ну, вроде все, да? Остался камень. Да, остался... Нет. Ладно. Сейчас надо сделать и кирку, и лопату. Не, ну, в принципе, нормальный дом. Сейчас вот это срубим, чтобы сразу листва отпала. Потом уже можно... Все.
Так, 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 так. Буду рядом с зайцем жить. Ну, тут немножко вот такая. Тут можно сделать вообще. Не знаю. Какой-нибудь еще закон. Например, свиней. Вот. А здесь просто какой-нибудь подъем. И вот здесь вот тоже можно какой-нибудь там. Ну, короче, все, что мне надо. Мне надо сделать топор. И кирку. Делаем. Ой, зачем мне топор? Лопата. Так, все, надо выложить, что мне не надо. Это мне пригодится, это не надо, это пригодится, это не надо, это не надо, это не надо. У меня по сундук уже полный. Ой, как-то я буду уносить потом. Кошмар. Давайте сразу вот там сейчас срубим. Тут, кстати, уголь, это хорошо. Все, остался только камень. И вот этот андезит, да, или нет. Не помню, андезит, да, или не андезит. Так, кирка закончилась. Тут мы доламываем. Так вот. Господи, моя кошка ногти открыла. Так, все, да? Угу. Ну, нормально. Тут вот можно заложить. Чтобы ровненько. Я люблю, когда все ровно. Перфекционист. Все, вот так вообще. И вот тут. Все вообще бомба. Вообще. Супер. Только вот что теперь делать, когда у меня 19 этих досок. Уже не 19, 39. Я даже боюсь, что не заложу вот эти объем. Так вот. Тык-тык-тык-тык. Я уже вижу конец. Тык-тык-тык-тык. Угу. Не, ну огромный по сравнению с вот этим. Вообще куча блоков. Раз, два. Раз, два, три. Стоп. Он неровный? Он неровный! Убираем. У меня сейчас все взорвется. Все так. Так, сколько? Все идеально ровно. О, мое сердце. И у меня остался один блок. Вот. Наверное, за кадром я уже нарублю дерево, а в следующей серии я его буду доделывать. Вот, так что ставьте лайки, кто еще ждет продолжение, пятую часть последнего героя. И кто не ждет, тоже ставьте лайки и подписывайтесь на канал Чебурек Уву. И всем пока. Пока-пока.